Сочи за последние два года принимает гостей в два раза больше, чем прежде. И этому способствует не только количество построенных новых отелей, но и то, что курорт начал работать круглогодично. Люди едут и потому, что здесь проводится масса мероприятий, в том числе международного уровня. Например, в начале июля Сочи ждет 40 тысяч участников и гостей всемирных хоровых игр из 72 стран мира. Но бороться за курортников все равно придется. Глава города недавно вернулся из поездки в Казахстан, где состоялась презентация курорта. И теперь мы будем встречать туристов и оттуда. Могу сказать, что сами казахи сказали о том, что они предпочтительно ездили все-таки в Турцию. И туроператоры заявили, что они даже не знали некоторые, что есть в Сочи такие условия, мы привыкли на Турцию. Но тем не менее, после презентации они заявили, что, наверное, город Сочи будет для нас более предпочтительным. Ставка на тех, кто хочет укрепить свое здоровье. Санатории с хорошей лечебной базой – это альтернатива зарубежным курортам. Более того, в этом году увеличится количество чартерных авиарейсов. Их будет 100 в неделю из 15 регионов России. К примеру, в прошлом году было 42. Добавятся пассажирские составы и на железной дороге из Москвы и Санкт-Петербурга. Я считаю, что город Сочи курорту готов. Мэрия города и глава города Пахомов Анатолий Николаевич сделали очень много. Мы практически вдвое увеличим число чартерных рейсов, которые сюда прилетят. Мы вдвое увеличим, наверное, я думаю, количество туристов, которые приедут сюда уже лечиться. Возможно, изменит ситуацию закон о курорте. Сейчас прорабатываются различные законодательные инициативы. С принятием этого документа будет отрегулировано использование постолимпийского наследия. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.